Помочь с получением горячего питания для школьников, получить дополнительные лекарства или решить вопрос по усыновлению. С такими просьбами обращались родственники мобилизованных самарцев в главе города Елене Лапушкиной на личном приеме, который прошел в Красноглинском районе. По каждому вопросу близким дали разъяснение о порядке получения тех или иных услуг, а также о документах, которые необходимо собрать. Накануне удалось помочь 7 семьям. Но помощь оказывается не только на личных приемах, но и в социальных сетях. Как раньше мы работали с социальными сетями, так работаем и сейчас. Каждое сообщение мы отсматриваем, расписываем его по компетенции и, безусловно, держим на контроле до решения того или иного вопроса. Если вдруг обращение ко мне, либо к департаментам не с территории Самары, то мы отправляем в тот муниципалитет, где по факту проживают эти семьи. Всего в Красноглинском районе более 200 мужчин были мобилизованы. В администрации регулярно общаются с их семьями, чтобы вовремя оказать необходимые помощи и поддержку. Встречаемся с людьми на постоянной основе. Обязательно каждый выезд в любой из поселков Красноглинского района посвящаем как минимум 2-3 встречам с семьями мобилизованными. Ну, вопросы, они понятны, стараемся их решить, помочь, прийти навстречу. Встречи родственников мобилизованных с главой города в таком формате продолжатся. На очереди другие районы областного центра, в каждом из которых будут готовы выслушать, поддержать и помочь в решении самых сложных вопросов. Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.